Всем привет! И сегодня мы проведем обзор светодиодной ленты, предназначенной для подсветки монитора или телевизора. Главными отличиями такого комплекта является малая длина самой ленты, а также питание от USB-порта. Лента была куплена на сайте AliExpress. Ее стоимость составила 410 рублей. Комплект поставляется вот в таком пакете. Внутри имеется светодиодная лента, контроллер, инструкция, а также пульт управления. Вот так выглядит светодиодная лента. Ее длина составляет 2 метра. Для лучшего сочетания с большинством мониторов или телевизоров лента окрашена в черный цвет. Вот так выглядит контроллер. Так инструкция на английском языке. Вот так выглядит пульт управления. Хочется отметить, что пульт передает сигналы на контроллер не по инфракрасному, а по радиоканалу. Радиус действия составляет до 15 метров. Также порадовало, что в комплекте с пультом идет батарейка типа CR2025. Обычно же продавцы экономят, и батарейку приходилось докупать отдельно. Вот так выглядит пульт в сравнении с инфракрасным пультом от 5-метровой светодиодной ленты. Ну что же, давайте теперь соединим комплект и протестируем различные режимы работы. Управление лентой осуществляется с помощью радиопульта. Пульт имеет 17 кнопок, которые сгруппированы по разделам, каждый из которых отвечает за определенный набор функций. В самом верху располагается кнопка включения-выключения ленты. Далее идет раздел, отвечающий за динамические режимы. Мод плюс – последовательная смена динамических режимов. Мод минус – смена динамических режимов в обратной последовательности. Кнопка Speed минус уменьшает скорость воспроизведения динамического режима. Speed плюс увеличивает скорость воспроизведения. Кнопка Demo проигрывает поочередно 17 динамических режимов, каждый из которых повторяется трижды. В инструкции указано, что лента воспроизводит 22 динамических режима. Суть их заключается в резкой или плавной смене цветов, а также мигании каждого цвета в отдельности. Далее идет раздел, отвечающий за статичные режимы. Color Plus – последовательная смена цветов. Color Minus – смена цветов в обратной последовательности. В инструкции указано, что лента воспроизводит до 20 различных цветов. Кнопки Bright Plus и Bright Minus позволяют увеличивать или уменьшать яркость светодиодов. Далее идут 7 кнопок с предустановленными цветами. Белый, красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый и пурпурный. Ну что же, с функционалом ленты мы разобрались. Давайте теперь займемся ее креплением на монитор с диагональю в 27 дюймов. Для начала необходимо провести измерение, чтобы лента равномерно распределилась по поверхности. Затем подключим питание ленты в предполагаемый для использования USB разъем. После отклеиваем защитный слой и приступаем к поклейке. В результате непродолжительных трудов мне удалось получить следующий результат. Вот так выглядит лента в работе. Для полноты эффекта включим подсветку стола, еще плюс 5 метров светодиодной подсветки. Добавим к этому подсветку стеллажа, еще плюс 5 метров светодиодов. Подводя итоги, хочется отметить, что использование светодиодной ленты позволяет создавать равномерную цветную, управляемую с пульта подсветку практически любого объекта. Также сильной стороной светодиодной подсветки является ее невысокая стоимость. В общем, если вам нужна недорогая, удобная и функциональная подсветка любимого компьютера, монитора или рабочего места, то светодиодная лента станет отличным выбором. Ну что же, это был обзор светодиодной ленты для монитора или телевизора. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки.
Всем пока!